Освоить секреты швейного мастерства за 3 дня. Такое возможно. В Шымкенте проходит мегафестиваль «Курпефест». Многодетных мам обучают технологии шитья традиционных казахских одеял, подбору цветов и ведению бизнеса в соцсетях. Гульзине Таманбайқызы привезла на фестиваль свои работы. Мастерству рукоделия она училась с детства, у мамы и бабушек. Теперь делится семейными секретами со своими 3 дочерьми. Когда мои бабушки шили, я играла рядом с нитками и шерстью, делала узоры вместе со своими сестрами. Мне 10 лет. Я сейчас делаю этот курак. Сначала я научилась резать ткань, готовить лоскутки, а потом стала их сшивать друг с другом. Инициатором проведения Курпефеста стала этнодизайнер Рза Турсунзада. Она лично поделилась своими наработками не только в швейном деле и дизайне, но и в ведении бизнеса. Труды рукодельниц оценил аким Шымкента Мурат Айтенов. Он приветствовал участниц фестиваля, а также вручил лучшим ценные призы и дипломы. Если весна не начало самой жизни, то начало жизни женщины, говорили наши предки. Мастерство руководителя требует постоянной модернизации и развития. Желаю благополучия и всего самого хорошего вашим семьям. Организаторы фестиваля надеются, что многодетные мамы, принявшие участие в Курпефесте, не только развеются от ежедневных хлопот, но и получат ценные навыки, которые помогут им повысить благосостояние своих семей. Асем Караулова, Ерлан Куандыков, Жумабек Тастанула, Информбюро, Шымкент.